Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, о чем вы хотите поговорить с мужчиной? Потому что, честно говоря, я не очень понимаю, о чем вы именно хотите поговорить с человеком. То есть, о чем конкретно? Значит, смотрите, вы говорите, что когда вы начинаете ссориться, как только мы поссоримся, он начинает говорить какие-то вещи неприятные. У ссоры есть причины. В ссорах, точнее за ссоры, ответственны оба человека. Оба партнера, вот, и мне кажется, что, наверное, с этого нужно начать, с того, из-за чего вы ссоритесь, с того, что служит причинами, что служит причиной, ну, причиной конфликта. Вашего. Вот. Мне кажется, что это очень важный момент, на самом деле. Потому что в ссоре участвуете и вы тоже. И если бы вы не участвовали бы, допустим, в конфликте. Вот, если бы вы не участвовали бы в конфликте, то я думаю, что ссор бы не было. Вот. Ну, либо было бы, либо их было бы значительно меньше. Вот. Это говорит о том, что у вас есть какие-то проблемы в отношениях. Вот. Его претензии, ну, на самом деле могут быть по-разному. То есть его претензии могут быть следствием того, что человек на самом деле чем-то недоволен и не может стесняться попросить вас об этом, например. А может быть здесь какая-то еще другая проблема, но важно то, как вы воспринимаете это. Воспринимаете ли вы это, к примеру, на свой счет? Или нет. Это очень важный момент. Потому что если вы воспринимаете это на свой счет, то могут быть трудности. Могут быть, ну, достаточно серьезные трудности. Могут быть достаточно серьезные проблемы. Вот. У вас, по крайней мере. Вот. Это, собственно, то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответит. Вот. Дальше. Начну с, ну, соответственно. Соответственно. Чего вы хотите? Вот.
что вам нужно. Вот. То есть, ну, какой... Какой результат вы хотели бы для себя, допустим? Вот. И, соответственно, это можно и нужно поисследовать, на мой взгляд. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Дальше, значит, так, как правильно поговорить с человеком об этом? Ну, чтобы правильно поговорить с человеком, нужно овладеть навыками неконфликтного общения. Вот. Значит, ну, в частности, я сообщение, вот. Вы об этом, в принципе, можете почитать в интернете. Я думаю, вот, в интернете есть информация об этом. Вот. И, соответственно, уже решите тогда, в каком направлении вам двигаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.